13 населенных пунктах Камрадского района сегодня живут люди с проблемами зрения. Они входят в территориальную организацию «Ассоциация незрячих и слабовидящих Молдовы». В последние годы они не ощущают поддержки, в которой нуждаются. Конечно, хотелось бы, чтобы на нас обращали внимание хоть чем-то. С благодарностью в ассоциации вспоминают о недавней акции, организованной для них в Камрадском теоретическом лицее имени Гаврила Аркадьевича Гайдаржи. Дети собрали нам. Организовали нам концерт. Очень было приятно. Не столь важно тот кусок хлеба, но важно внимание порою. А я по Камраду иду, многие люди увидят, вам может помочь дорогу перейти. Или где-то в очереди стоишь, давайте я вам пропущу, даже на почте. Спасибо. Незрячие люди сталкиваются с проблемами ухудшения здоровья, они нуждаются в постоянной поддержке. У меня сахарный диабет. У меня, например, зрение каждый год падает и падает. У меня 11 лет назад лазером сделали отслойку сетчатки на оба глаза. Осенью в октябре сделали на правый глаз отслойку сетчатки, уже шили. Я уже 5 лет стою на очереди на левый глаз. Она закрыта, у меня совсем 5 лет я стою. А этот глаз тоже уже закрытый. Ну, не сильно, ну так, уже идет туда. А что своя болезнь у меня? У меня минус 14. Еще плюс катаракт. Общество незрячих и слабовидящих Камрадского района было создано в 1968 году. Зинаиды Колпак. В настоящее время в него входят 140 человек, из которых 55 – люди с особыми потребностями первой группы. Мария Статова, Вячеслав Коса, Ирина Лизунец. Новости ГРТ.